Вот смотрите, вот первый, вот второй, вот третий. По машинам судите. Вот вы перекрыли, смотрите, здесь уже полоска идет разделение на ту дорогу. Проезжайте. Тихо, все на тротуаре стоят, все. Мы знаем это. А вам нужно с замечанием людям делать, когда вот третьим рядом вот стоят. А вам нужно замечание делать. Вот здесь нужно ходить. А вам нужно замечание делать. Вот здесь, пожалуйста. Я выхожу, потому что мы сейчас вернемся на тротуар. Это мужчины. Ну, отлично. Мы сейчас вернемся на тротуар, понимаете, а нарушители дальше будут... Я не мужчина стоять. Для вас, инспектор ДПС. Хорошо, еще раз говорю, вы туда пройдите все. Все вместе туда. Миша, вернусь, пожалуйста. Пожалуйста, вот туда. Сейчас мы вернемся. Мы сейчас вернемся на тротуар, а люди будут стоять вторым рядом, и здесь будут собираться пробка в 2 часа ночи в Москве. Это не нормально. И вы вместо того, чтобы так... Кто такой, чтобы вопрос задавать? Вот сюда, кто такой, чтобы вопрос задать? Гражданин Российской Федерации. У меня есть паспорт. Давайте. Вы представитесь? Давайте. А вы вместо того, чтобы так машину ставить, вы тротуаром поставили, чтобы тротуар подавать. Вам больше сказать нечего. Нет, у меня. А вы на тротуар проедете. А почему у меня сотрудники ДПС документы спрашивают? Еще раз рукой меня возьмете, ну и что-то будет. Вот смотри, ничего не нужно. ДПС, ГИБДД. Лейтенант полиции. Кор Зинкин Евгений Евгеньевич. Евгений Евгеньевич, почему ваша машина стоит вторым рядом? Мы разговариваем сейчас уже о том, почему вы здесь будете. Потому что мы делаем замечание тем, кто припаркован вторым рядом, в том числе и Иван. Ну я показываю, зачем вы туда. Оставить материал. А, какой материал? Как, в смысле, какой? Вы руки от документы, уберите. Документы как, куда вы выхватываете? А куда вы мои документы выхватываете? Вы на себя сначала я ставьте. Я перепишу данные. Документы не надо у меня выхватывать. Смотрите, что вы мне с паспортом сделали. Сними, что сотрудник полиции делал с паспортом. Если у вас так паспорт себя ведет. Перед президентом смяли бы так у человека паспорт? Перед президентом смяли бы? Смяли бы? Я же вам говорю еще раз, машину перепаркуйте и вызывайте ответственного. Я говорю, паспорт ответственного, а я говорю вам ответственного вызова. Вы мне будете указывать, что мы как это процедура должна происходить? Еще раз вам объясняю. Есть закон Российской Федерации. Не-не-не. Не надо бросаться на камеру. Бросаться на камеру. Вот туда, отойдите там. Ваша машина стоит дальше, чем мы. Я понял вас. Документы ваши покажите. Развернуто в виде. Мы пойдем в тротуар и будем ждать ответственности. Нет, я ваш документ хочу. Вызывайте ответственность. Вот туда, отойдите, еще раз говорю. А вы будете? Вот туда, отойдите. Вот там снимайте, стойте, снимайте, я вам буду улыбаться. Я хочу написать ответственную жалобу, они это все рассмотрят, нарушен закон о полиции, как я считаю, это административное правонарушение. Смотрите, я по у вас смешная ситуация, вы сами друг другу противоречите. Один попортил паспорт, а другой просит его показать. Вас? Так вы не портите, а я покажу. Я удостоверение мял. Ты что, идиот? О, сняла? Вы что, идиот? Давай 02 вызывай. Что спроси, вы что, идиот? А вот это прокуратура точно не оценит. Еще раз вам говорю. Вот это в прокуратуре хорошенько рассмотрит. Сейчас я 02 вызову, у меня сотрудник полиции идиотом назвал. Скажи, что я не хотел наряд вызывать. Все. Сняла, да? Вы что, идиот, сказал? Я документы ваши увижу или нет? Ну я показываю, зачем вы. У вас сотрудник только что меня идиотом назвал. Вы сели уже вообще, успокойтесь лучше. Я полицию должен вызвать. Не надо меня трогать. Причина вашей. Все. Давайте я перепишу данные. Не трогайте паспорт. Он вам скажет. Снимайте.
Я в шоке вообще. Как вы на работу устроились, как вы реабилитацию прошли? Ты его не забираешь? Я думал, вы хотите посмотреть, да тут нельзя. Протокол составляете? Вы сначала нам напарника вашего составляете. Молодой человек, вот сюда отойдите, пожалуйста. Возможности все на тротуар. С проезжей части, пожалуйста. Подойдите сюда, куда вы пошли-то? Сейчас приедет ответственный, и при ответственном мы вам покажем все паспорта, какие хотите. Ответственный чего? Ваш ответственный, кто чего. Вообще, знаете, кто такой ответственный? Для чего? Хотим ему рассказать, чем вы здесь занимаетесь, соответственно, впоследствии составить жалобу, чтобы он принял какие-то меры. Вот зачем нужно ответственность. Да? Ну, пока что да. На основании чего жалоба какая-то? На основании чего? Вы уронили человека на асфальт, начали его поднимать. Сам упал. Сам упал. Ну, понятно. Кем я являюсь? Сотрудником полиции? Ну, да, вы сами отвечаете. Значит, по моему требованию нужно предоставить паспорт. Конечно. Он вам предоставил, вы его помяли. Сейчас, вот. Естественно, он больше не хочет. Смотрите, я позвонил, мне сказали, что сейчас подъедет по моему вопросу наряд, и они вызовут по возможности ответственность. Сказали дожидаться здесь. Приезжайте, пожалуйста, вы стоите вторым рядом. Молодые люди, еще раз вас предупреждаю, по проезжей части ходить вам запрещено, как еще вам объяснить? Вы нарушаете все правила дорожного движения. Нам всегда было интересно, почему, когда мы просим людей перепарковаться, у них включается какая-то гордость. И вместо того, чтобы сказать «да, я не прав», они начинают отстаивать свое право на хамство. И в этот раз себя также повели те, кто призван бороться с хамством и должен быть примером для окружающих. Когда мы попросили сотрудников полиции припарковаться так же, как все, чтобы освободить 3 парковочных места, они не нашли ничего лучше, чем выписать нам штраф за переход дороги в неположенном месте. Yeah.